Отойди! Не трогай меня! Сейчас!
такая? Нет. Да-да, она заглядывает в окна и рисует на них снежные узоры. Она выискивает тебе много слов. Я слышала, она разбрасывает осколки какого-то страшного зеркала. Кому они попадают в глаз, тот начинает видеть это плохое. Ее поцелуй может породить до смерти. Кай, сердце в ледышке. Где же ты, Кай? Если она забрала Кая, вряд ли он вернется назад. Простите, Тимофей, но вы так давно ищете, мне тут никого же нет живых. Нет, не говорите так. Кай жив, и я найду его. Верно. Простите, бабушка. Вместе.
жестоко, но это жизнь. Как говорится, солидарно. Простите. А давно вы его ищете? Уже почти год. А вы случайно не видели Кая? Может быть. Может быть. Как? Когда? Где? Очень может быть, что это он недавно поселился в нашем дворце. А разве Кай живет в дворце? Да. С нашей принцессой. Но расскажу все по порядку. Вы не виделись. Ну, прошу, посмотри, пожалуйста. Ну, хорошо. В этом замке живет моя придворная ворона Клара. От нее я не узнал, что это свой. Ну так вот. Наша принцесса такая умная, что прочла все газеты и журналы на всем дворце. И уже забыла, что ее мотивировало. Ведь сидеть на троне занятие не из веселых. Так она решила выйти замуж. Только сочетаться, так сказать. Но только с тем, чтобы мог бы разговаривать с ней, не робея. Всем молодым людям королевств были разосланы приглашения с вензелями и крепами. Очередь стояла, какая-то. Принцесса выбирала 2 дня и не могла никого выбрать. Все были красноречивы здесь и даже теряли дар речи с волой. Когда заходили во дворец, там такая красота! А при виде принцессы их отрыв брала. Вот так и стояли шелкой в клювы, как. Буду рад. На 3-й день пришел один человек. Не верхом, не на карете, а просто пешком. Вид у него был довольно неважный, бедный, но держался он прав. Да, какой-то бой, смелый. Он прошел во дворец и заявил, что у него нет намерения жениться. Он просто хочет с нашей принцессой поговорить. Хотя королевская гвардия вся в серебре, а лакей в золоте, он не робел и разговаривал с принцессой на разные цены, даже целый час без перерыва. Кай очень умный. Он знает все действия арифметики, дробить и названия столиц всех стран мира. Как-то хорошо. А что же дальше? После этого принцесса объявил, что прием с женихом перекрещен. Так Кай все-таки женился на принцессе? Как? Что означает, я уже все сказал. Не будь я вором, я бы сам бы на ней женился, хоть помог. Такая она у нас хорошенькая, наша принцесса. Мне бы только же увидеть его. Прошу вас, проведите меня во дворец. Ну, во-первых, моя дорогая, вас в таком наряде никуда не будет. А во-вторых, Кай принцесса такая гармоничная пара, что он уже, наверное, забыл мои прошлые. Мне бы с ним только поговорить, он сразу вспомнит. И меня, и бабушку, и наш дом, и розы тоже сели прямо к нему. Он вспомнит все-все, только поговорить. Как же мне хочется вам помочь. Вы мне нравитесь. Вы так внимательно меня слушаете. Это так трогательно простите как. Подождите меня здесь. Я прогуляюсь к своей невесте Хваре. Наверняка она что-нибудь придумает. Но главное перпетум мобили, что означает все время вперед. Может быть, прямо сейчас, только закрою глаза и увижу блеск его добрых веселых глаз. Кай, я к тебе все ближе и ближе. Дома. Розы все так же цветут, наверное. Скоро увижу тебя, друг. Помнишь, где еще свой герб? Герб? Какой у вас красивый! Но я не ответ, не об этом. Клара прислала вам этот рейс. Вы, наверное, главный. Но это не главное. Кай и принцесса сбежали из тронного зала, чтобы покататься на коньках. Какие озорники! Прошу вас, прячьтесь! Неужели я скоро увижу Кая? Неужели я нашла его? Сердце сейчас выпрыгнет.
Прячьтесь, прошу вас, не радуйтесь раньше времени, мало ли что. Thank you.
А давай забудь, я забираю ее себе, маленькая. Не дрожи, пока ты со мной, тебя не тронут. На кой сдала тебе эта принцесса, котечка моя? Я буду с ней играть, маленькая. Теперь ты моя, тебя никто не убьет. Разбойников полно, ты играй с ними, козюлечка. Все вы ночью грабите, а днем спите. Скукота с вами, маменька моя, мать козюлечки. Кого ты такая нежная? Будь по-твоему, ни в чем не могу тебе отказать, хозяюшка моя. Маменька, бегите скорее к разбойникам, пока они вашу золотую карету на золотые гвоздики не растащили без вас. Ох, ёпки, и то верно, шапку оставляю себе, уж больно она хороша. Хватит нежности. Надо же, заговорила.
Я видел, как снежная королева промчалась, везла какого-то мальчика на своих санях. Она промчалась здесь, как страшный ветер. Поднялась страшная снежная буря, накрыла весь лес. И кто не успел укрыться, тот погиб на месте. Всех обдало ее холодом и ледяного дыхания. А как мальчик, как он был одет? На нем был длинный шарф и шапочка, и ушками с языком. Это Кай, это точно Кай. Говори, куда она его повезла? В Лапландию. Куда день и ночь рвется мое сердце, на самый крайний север. О, вы бы видели эти просторы, там вечный снег и лед. Они блестят ярче солнца. О, чудо! О, боль! Я там родился и вырос. Там прыгал по снежным равнинам. Бывает серый сияет, озаряя весь мир, побеждает тоску. Туда уносят все мои мечты. Там моя свобода, моя боль. Видишь, как разговорились. Продолжай, Надо торопиться, чтобы упал в руках снежной королевы, недолго оставаться в живых. Отнеси меня, пожалуйста, по маме. Ты знаешь дорогу, я спасу Кая. Я бы с радостью, но я связан, я в плену. Скажешь, Боже, в плену. Просто у меня больше никого нет, кроме себя. Ни одного друга. Ты точно знаешь дорогу? Кому же и не знать, как не мне. Эх, ну ладно. Только на обратном пути, Герда, покажи мне этого, своего Кая. Хочу взглянуть, ради кого ты готова найти. Так я свободен? Свободен, бродяга. Считай, что тебе сегодня повезло. Спасибо. Я никогда не забуду твоей доброты, маленькая разбойница. Теперь я тоже повезу, самый первый. Снова эти нежности. Ненавижу прощаться. Одевайся. Чего стоишь? Шубу, сапоги. Муфта тебя не спасет. Вот тебе маленькие рукавицы и мой платок. А то застудит тебя королева своим ледяным дыханием. И не будет у меня подруги. Брат Сухая. Мальчик королевы, ее сзади прыгает.
Как нам ее одолеть? Это лучше знает Финка. Просить у нее волшебного зелья. Зачем? Это всего лишь игра. Ледяная игра разума.
она выглядит? Она бесконечна. Но не надо туда спешить. Там тебя никто не ждет. Разве там нет людей? Ты помнишь людей? Жалких, ничтожных, нелепых людей? Почти забыл. Почти? А еще что ты помнишь? Счастье, дружбу, любовь помнишь? Любовь, морковь, Герда, розы, тили-тили, тесто. Ты помнишь Герду? Случайный набор слов. Подойди ко мне, сейчас ты забудешь ее как следует. С каждым твоим поцелуем миллионы снежинок проникают в мое сердце. Когда-нибудь я зацелую тебя до смерти. Мерзкая девчонка! Она все-таки добралась до моего замка. Слуги! Эй! Куда они подевались сегодня? Чем обязан? О, не говори так. Не пугай меня, пожалуйста. Неужели ты не узнаешь меня? Не подходи. Я тебя не знаю. Посмотри на меня. Это же я, Герда. Я искала тебя повсюду почти год. А ты не хочешь со мной даже поговорить? Мне некогда. Я занят. Чем же ты занят, Кай? Что с тобой происходит? Неужели ты и вправду стал совсем бесчувственным? Достаточно, пельдышки! Не трогай мои фигуры! Я должен сложить слово «вечность». Зачем тебе складывать это слово? Чтобы понять, что это. Не надо тебе понимать, что это такое. Смерть. Вот что это. Вечность – это смерть. А я живая. Я Герда. И я не вечная. Я люблю тебя. И я не позволю тебе умереть. Слышишь? Я так долго искала тебя. Часто мне нечего было есть. Я изранила все ноги. Не испугалась ни разбойников, ни холода. И вот я нашла тебя. Ты стоишь передо мной как ледяной стукан. Нет, ясно. Плакать и плакать на твоей груди. О, Кай, это все, на что у меня еще хватает сил. Очнись, Кай, очнись. Бабушка, ну дома. Тепло на луну. Розы все так же стоит, наверное. Кай, ты любимый. Очнись, мой друг. Вспомни, вспомни меня. Я Герда. Ай, как же тяжело вот здесь. Как же мне больно. Герда, помоги мне. Я умираю. Герда, помоги. Нет, ты не умрешь, Кай. Ты ошибаешь. Это тоже больно, поверь. Потерпи немного. Сейчас все пройдет. Все плохое сводится со слезами. Плачь, плачь сколько хочешь. Я никому не скажу, что ты плакал. Что со мной случилось? Где я? Герда? Что ты здесь делаешь? Ты замерзла! Здесь холодно! Кай, я нашла тебя. Мы в замке снежной королевы. Но она нам уже не страшна. Глаз болит. Это из-за осколка. Он выпал, когда ты плакал. Я плакал? Прости. Что ты? Совсем чуть-чуть. Ах, вот ты где, мерзкая девчонка. Оставь Кая, он мой, мой. Проваливай, пока я тебя не заморозила. Нет, моя любовь растопила его сердце. Ну, держитесь. Гляди, как ты надрываешься. А я живая, живая. Мы живые, нам даже не холодно, а ты все скривилась от злости. Они смеются надо мной, смеются. Да где же вы, чертовы слуги, а? Ла-л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 а
императорский. Ваши розы снова цветочки? Да, это розы Каэмерки. И они снова расцвели зимой. Как тогда, помните? Ой, у меня там тесто стоит. Буду печь пирог. Приходите в гости. Что с вами, Франциска? Не думаете же вы что? Да-да, они живы. Они скоро будут дома. Уж я-то знаю. Ну, такое бывает только в сказках. Бедная Франциска. Как? Почему же она бедная? Ведь сегодня и есть сказка. Снип, снап, снури. Пуры, позлу.